кожну розставити, я вам вже вважала, а вона не зрозуміла. 4 минути. А ну послухай. Комбінат платить податок на додану вартість. Таке ПДВ. Оренду за це. Там мільйони сумасшедших. І це все сідає там. І потім із цих фондів даються субвенції на підтримання школи та дитячих садів і больниць. Крім того, комбінат платить податок на прибуток. Повірте мені. Мільйони, мільйони. Сумасшедші гроші. Я не буду казати, бо я десь трохи не працюю. От. Там куча ще всяких податків. Так що ми говоримо нашого є центр по смішної словосочетання, центр по децентралізації в місті Кропивниця. Тобто я не брала ту таблицю, тобто за нас уже все посчитали, на розвиття громади буде оставатися 26 мільйонів гривень. Це в год, щоб ви розуміли. Тобто це всі плюси. Все минусы, это сидят люди, которые имеют доступ к статистическим данным, которые сложили все, вот эту медицину, образование, вычли наши зарплаты. То есть 26 миллионов остается. Зинаида Ильинична говорит, что вот надо там 20-50 человек трудоустроить. Да, я согласен, надо будет людей. Но вполне возможно, как вот в существующих громадах, один человек может выполнять и ту функцию. То есть люди могут приезжать в понедельник, вторник, но вы знаете, что они к вам приедут в понедельник, вторник и окажут, допустим, такую услугу. Побуже приезжает сейчас специалист по пенсионному обеспечению. Ничего страшного, люди подходят и решают свои вопросы. От того, что мы расплодим чиновников, которые будут, как эти кровосиси, сидят и будут в карты играть или там, в социальных сетях во время работы участвовать. Ничего не поменяется. Громада имеет смысл, если вы поменяете свое мышление. Вы сделаете другую жизнь себе и своим детям. То есть вы сами будете руководить своими направлениями, своими средствами. Откуда гроши? Я вам объясню, откуда гроши. Вот эти 26 миллионов мы можем сесть и просто все проесть за один день. Наесть оттуда. То есть рядом вот село Чаусово, там стоял чемодан с деньгами, и людям раздавали деньги, они продавали свои паи, есть такой карнацкий. Они пропили две недели, потом проснулись, и у них ни земли нет, ни работы нет. Ну, там, и денег нет. Вони купляли, я знаю. Бутылка водки стоила 100 долларов, проститута погибли без Николая. То есть вы должны сами определиться, что вы делаете. То есть, есть такое понятие, коммунальное предприятие. Коммунальное предприятие, это собственниками являетесь вы. Это не убитые вот эти ЖКО, которые не знают, как свести концы с концами. Коммунальное предприятие, каждый собственник из вас. Да, то есть вы дали деньги с этой громады, беспроцентный кредит этому коммунальному предприятию, и вы придумали, что вы будете делать. Или швейную фабрику, или минеральную воду разливать, или солнечные батареи ставить. Может, вы дойдете до Вишневат и поставите там низконапорную ГЭС. И будете все вместе зарабатывать деньги. Это никакие не фантастические эти идеи. Я сам общаюсь с людьми, которые занимаются этим, зарабатывают деньги. То есть киловатт этот берется там, ну, по-моему, по 3.30 сейчас они берут, продают по 3.20, а государство покупает по зеленому тарифу. То есть, как вы организуете свою работу, свою жизнь, вы сядете все вместе и будете решать. Ценам треба, ценам не треба. Вам не нужны здесь 50 нахлебников. Если вы сейчас привезете и построите себе здание и будете как Голованевский ходить вот на это здание, ничего не произойдет. Жизнь другая, мир другой. Сели в машину, поехали как в Гмину, в Польшу. Давайте, ну, то есть, учиться. Нам всем надо учиться. Нам в 91-м году нас всех дурили. То есть советскую власть перетянули в уже независимое государство.
государство Украина, ничего не поменяли. Как были районы, так и остались эти районы. Вы что, не понимаете, что происходит? Это партократия, и вот эти сидят и только нам это самое рассказывают. Я говорю, что Польша была в 5 раз хуже жизнь, чем здесь. ВВП Польши было в 5 раз ниже, чем в Украинской Советской Социалистической Республике. Сейчас у нас ВВП в 5 раз хуже. То есть в 25 раз люди ушли вперед. Вы что, смеетесь? Да, что у них там, руки по 3 метра или что? Они сейчас занимают нас этим. Да, давайте это самое. Сами определяйте, сделайте рабочие группы, говорите, берите депутатов за хобот. Пусть они приходят и отвечают вам на вопросы, почему они против. И может, все, давай.